Журналист Шеймус Кёни, оператор Тьерри Вин и переводчик Александра Дальсбек из Франции. Уже несколько недель команда одного из самых известных телеканалов мира, Евроньюз, путешествует по России. Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда и Республика Коми. Для съемки туристической программы выбрали и Алтай. Алтай широко известен как место высокой духовности. Люди здесь как бы восстанавливаются изнутри. Вот и мы в поисках альтернативной медицины попали в один из ваших музеев. Вообще у вас на Алтае туризм — это настоящая природа с настоящим свежим воздухом. Это очень сильно одухотворяет и дает столько положительных эмоций. Это нужно показать всем. Забытые достопримечательности, необычные факты и полезные советы для путешественников. «Посткардс» — это серия еженедельных зарисовок о России. Главная идея проекта — показать, насколько разнообразна жизнь в регионах страны. На Алтае гости смогут провести всего неделю. Сразу после этого их ждут в республике Коми. На самом деле, в таком регионе, как ваш, очень тяжело выбрать, что именно снимать. И вы знаете, это хорошо. Это значит, что у вас в крае очень много стоящих, интересных вещей. Конечно, это очень усложняет нашу задачу. Мы ведь здесь всего на несколько дней и должны успеть рассказать про самые лучшие места в Алтайском крае. А это не так уж и просто. Журналисты работают оперативно и буквально в полевых условиях. Еще во время съемок выкладывают фото на сайт телеканала. После отсмотра снятого материала отправляют видео в головной офис во Францию. Поэтому уже через полторы недели жители всего мира смогут увидеть в эфире Евроньюз, Барнаульский музей, архиерейское подворье Бийска и природу Алтайского края. Анастасия Романова, Равиль Исмаилов, новости.